Когда начался глобальный кризис, связанный с эпидемией коронавируса во всем мире, настроение населения начало стремительно падать. Так как мы, рожденные в СССР, уже прошли массу кризисов, то отнеслись к этому более спокойно и стали думать, что мы можем сделать. С вами Светлана Амельянс, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Китайская народная мудрость говорит: если можешь изменить ситуацию, не волнуйся. Если не можешь изменить ситуацию, не волнуйся тем более, ведь от тебя ничего не зависит. Мы поняли, что изменить ситуацию в мире не можем. А вот попробовать изменить настрой свой и наших учеников, скорее всего, можем. Ведь вязание – это очень заразное занятие. Если показать, какие чудесные вещицы можно связать своими руками, это быстро подхватывается. А так как сейчас по домам сидят дети, то заниматься маме приходится в основном детьми, а не самим предаваться панике. И мы решили попробовать связать кукол. И на первый мастер-класс попросили мам пригласить к экрану детей. И идея сработала. Были заказаны репки. Дети помогали сшивать и набивать. И стали требовать продолжения. Вот сколько репок прислали за один только день после мастер-класса. Мы рады, что наша идея, которую негативно оценивают те, кому нужны кофты и носки, нашла своего зрителя и помогает делу укрепления отношений с детьми и преодолению тягот самоизоляции. Сериал остается в открытом доступе на нашем YouTube-канале. Смотрите, вяжите, получайте удовольствие, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить обновления.